У «Мамонтят» Югры появится свой талисман. Речь идет о детской слэдж-хоккейной команде. Командный маскот будет поддерживать юных спортсменов не только на играх, но и на тренировках. Сейчас всем желающим предлагают придумать имя «Мамонтенку». Конкурс проходит в группе Центра адаптивного спорта Югры ВКонтакте. Любой желающий может написать свой вариант имени талисмана в комментариях. Самый залайканный получит в подарок игру «Слингпак» – настольный слэдж-хоккей с символом «Мамонтят Югры». Конкурс продлится до 20 февраля. Напомним, в ноябре 2022 года команде исполнилось 3 года, а в ее состав входят хоккеисты из Ханты-Мансийска и Сургута.